Именно поэтому я за честную Россию, за справедливую Россию. Это партия, за которую голосуют миллионы. 12 миллионов в том числе, товарищ придурок, кандидатов в президенты. Я это за справедливую Россию. Спонсорские. Вместе сможем. Вместе победим. Сможем. Судьба горожан не безразлична мне. Голосуйте, избиратели округ 100-500. 100-500. Вас поддерживает газета «Апартаменты и пакты». За честную Россию. В этой стране да, мех, только да. Так победим. Это партия? Такой фейл, вот сейчас это надо заснять. Я понимаю, честной России мы сможем уйти. Честной России мы сможем все. Мы должны заботиться. Внимание, равноправие, порядок в конце. И никакой поножовщины хочу. Ни в коем случае. Это Юрий. Юрий, скажите, вы знаете, где кошки от Грэпо? Напряги пресс, пожалуйста. Слышь? Кошки от Грэпо, Арсений, дорогой мой, пошли купаться вот туда. Пошли купаться вот туда? Да, вон туда. Ты не хотел бы, Кирилл, договориться с кошками от Грэпо, чтобы вы играли попозже? Да, часов 9. Завтра. Кошки решают? Встали. Это Юрий. Юрий? Он лежит. Непорядок. Юлиан такой же, как и я. Это Вадим Леонидович. У него вино в мехах. Я комплексую, ну как же так. Кудряй пить я не могу, как в ушах. Нарисуй, обозначь зоны, куда можно. Это Юрочка. Он я ее специально для лайфа. А сзади можно, стало быть. Поджопник можно. Снизу юбка, сверху питерская майка. Самое замечательное, что можно придумать. Есть место для каждого. Ты анально честен, я радуюсь. И эти люди играют музыку. Да, ты посмотри. Да. Это партия, которая даст право партия. Каждому быть равноправным с другими. Мне, вот, например, Александр. Это Саша, он серьезный человек. Я вижу, насколько он серьезно настроен. И этому человеку есть место в справедливой России. Как можно не любить Россию? Я здесь. И от чего берется вопрос, я приехал, любить сюда, или не любить здесь, Россию? Все время сижу здесь. Если отвернуться, товарищ! Мне не безразлична судьба наших горожан. Да, я сделаю достойное проживание для каждого гражданина этой страны. Ты замолчишь. Какая музыка была в Горбатой горе. Что за шиба? Это он за один раз. Поршень как работает. Давай, давай, давай. Смотри, смотри. Нет, я хотел. А у меня на самом деле было бы так. Подожди, я хотел. Не, ну Леонидович же гидравлика. Я медленно очень. А с Леонидовичем там та 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 там та 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 нет, давай. Там мазурку. Нет, подожди, тогда. Настало время для минуэта. Пожалуйста, прошу. Ангажировать вас на мазурку, сударь. Давайте. Коктейль такой, знаешь. Мудрости, в общем, вот, да. И ты даришь это своему другу другому. Помечены в итоге. Я считаю, что здорово, что наконец-то мы за городом, мы выпившие. Это лето, это август, это мой любимый месяц. Хочешь, и мы наконец-то выбрались за черту города. Есть нормальный звук, играют нормальные группы. Мы как давно хотелось играть где-то за чертой Таллина. Вот
шикарный концерт на шикарном, свежем воздухе, шикарным звуком. А, Дмитрий? Никаких отражений, Отличный звук, отличная акустика, отличный гонорар. Отличные круглые мягкие головы, от которых звук распространяется очень размноженно и приятно. А, Дмитрий! Это не прямая, Отличный, что там первое слово было? Отличный, дальше, что вы как бы отличный? А наша передача выходит в повторе, да. Что вы отличный можете про это сказать? Отличный, прикиньте, сколько будет на записи вообще тебя. А, да, а там хватит на группу-то? Хватит, еще, пока да. Да в рот бери меня! Эффектно! Открыт гейзер! По-моему, надо поздравить! По-моему, красота вообще! По-моему. Теперь валяться! Такой ему! Корень знаешь, что ты! Двумя ударами сделал ему многое, видишь? По-моему, очень... Пидорасина! В единой России! Ты проштрафился! В единой России! Ты что, я предлагаю выписать. Горько! С вами группа «Метро Альтаир» в течение ближайших минут 40. Так, мало. Это очень редкий случай, концерт на природе. Это очень важный концерт. You can leave your hand on. You can leave your hand on. Пусть говорит, что я не сексуальный, но ты что? Ну, лидера группы Lemon Trees мы застали на бэкстейдже. Скажите, пожалуйста, пару слов. Короче, сегодня... Слепень! Фейл против слепень света. На локте! Михалыч, слепень! На другом! Вот ты его согнал. Арсений его взял. Арсений! Мне очень нравится тот момент, то, что в этой группе не играет посторонних людей. И опять получилось так. Мне тоже, кстати. Вот и все. Здрасте, теща. Кстати, Метро Альтаир сейчас играет песню очень в стиле Joy Division, что меня радует. Как он там? Бля, что это делает темка? Вот, и это группа Lemon Trees, и это мои друзья. А? Ну или оно и было порвано. Может быть, оно и было порвано, да. Нет, все красиво. Ну все, мы на лайв. Ты снимаешь? Да. Спасибо.